Служба спасения предупреждает. Выход на лед опасен для вашей жизни. Повторяю, выход на лед опасен для вашей жизни. Мы собрались на рыбалку, я, Романыч и Мишель. Взяли снасти и в развалку, прямо в снежную метель. Путь наш был не так уж долог, ветер дул во все бока. Никакой метеоролог не удержит рыбака. Экстремальная рыбалка, бич подлёдных рыбаков. Это мой сосед Пучин.